Елена Алексеева, «Двое». У Бога было странное свойство то исчезать, то появляться, когда он захочет. И первый никак не мог с этим смириться. Он всегда чувствовал, когда Бог собирается исчезнуть, и делал все возможное, чтобы последовать за ним. Но Бог ему не позволял. Иногда даже, если он был слишком настойчив, несмотря на угрозы и предупреждения, он ужасно злился. И у первого не было иного выбора, кроме как подчиниться. Все, чем он занимался в отсутствие Бога, это стоял и ждал, когда он снова появится. Порой ожидание поглощало все его внимание настолько, что первый ничего другого и делать не хотел. Однако нередко он находил занятия себе по вкусу, не переставая, конечно, ждать. Первый понятия не имел, что он первый. Более того, в то время и Бог не знал, что первый первый. Он узнал это намного позже, когда появились второй, третий, а потом и четвертый. Обычно Бог звал первого Роджером. Первый не совсем понимал, что такое Роджер, но усвоил. Когда Бог произносил это слово, речь шла о нем, о первом. Бог говорил, что Роджер – это имя, и что это имя первого. Тот был не против. А если бы и был, то Бог вряд ли обратил бы на это внимание. Первому было достаточно, что Бог звал его, и он мог предстать пред ним, неся в своем сердце всю смутную смесь любви и страха, которую он в него вселял. Первый не знал, как объяснить Богу, что ему не нужно имя. Ведь даже если бы Бог обращался к нему «Эй, ты там!», первый бы отзывался без колебаний. Вообще, Бог тонул в море заблуждений и предрассудков о первом, которые тот не мог развеять. Вдобавок, его постоянно подозревали во многих вещах, в основном плохих. Но первый не сердился на него. Он предпочитал ему подчиняться, потому что когда первый повиновался Богу, они оба были счастливы. Первый часто нуждался в разговоре с Богом. Но тот отказывался его слушать. Либо потому, что был занят, либо просто не было желания. Первому было это непонятно. Ведь он не собирался ни жаловаться Богу, ни просить его о чем-либо. Обычно эта потребность возникала у него в двух случаях. А. Когда он хотел поделиться с Богом чем-то, радостью. И Б. Когда нужно было срочно сообщить ему о чем-то, об опасности. Но Бог просто-напросто его не понимал. И поэтому каждый раз, когда он пытался с ним заговорить, Бог отмахивался от него, и первый чувствовал себя виноватым. Он считал, что Богу не нравится его голос, потому что голос первого был более громким и резким, чем у него, и, следовательно, лучше слышался издалека. Бог же был убежден, что первый не может говорить, только потому что он его не понимал. Иногда Бог даже сожалел об этом. Но первый чувствовал, что его сожаление не было искренним. Так же, как и Бог, первый не знал, что он первый. И они оба не знали, что Бог – Бог. Вернее, Бог, может, и знал, не было способа точно выяснить. Но первый определенно не знал. Он был уверен в божественной природе Бога и без сомнений верил, что Бог вечный и единственный. Он чувствовал его присутствие глубоко в себе самом, и везде, в окружающем его мире. Он всегда старался действовать в согласии с его волей, потому что по-другому Бог сердился и изливал свой гнев на бедную голову первого, который мог лишь затаиться, чтобы переждать бурю. За это Бог заботился о том, чтобы первый был сыт, лечил его, если у него что-то болело, позволял ему порезвиться и даже поощрял его, оберегал от сильного холода и жира настолько, насколько он мог, и вообще... Он был хорошим и справедливым Богом. Но первый никогда не называл его Богом, даже в мыслях. Он просто знал, что Бог – Бог, потому что так он чувствовал его всей своей сутью. Но если бы кто-то встал перед первым, указал на Бога и сказал бы «это Бог», первый ничего бы не понял и только замешкался бы. Естественно, Бог и первый жили на свете не одни. Хотя если бы так и было, первый бы не возражал. Мир был полон разных чудес, и первый никогда не уставал их изучать и удивляться им. Например, особенно ему нравился снег. Снег выпадал очень редко, и у первого было достаточно времени забыть о его существовании. Вдруг в какое-то утро Бог открывал перед ним дверь. Первый, не сдерживая радости, выбегал на улицу и находил снег, который тихо выпал откуда-то
и превратил знакомый мир в неведомый. Снег был мягким и холодным, он странно пах и был на вкус, как вода. Первый обожал валяться в нем и пробовать его на вкус. В такие моменты Бог тоже был в хорошем настроении и не сдерживал первого, а говорил ласково и радовался вместе с ним. Мир был полон богов, но никто из них не был тем самым богом. Первый даже не думал о них как о богах, хотя они и были похожи скорее на бога, чем на первого. Боги были самые разные. Большие и маленькие, мужчины и женщины. Их действительно было не счесть. Первый не особенно их пугался, но порой кто-то из богов боялся его, хотя многие были к нему ласковы, другие же были безразличны. Некоторых из них он даже любил, но эти чувства все равно не могли сравниться с тем, что он испытывал к Богу. Так первый жил с Богом с самого начала. Самым большим его страхом было то, что однажды Бог может уйти и больше не вернуться. При этой мысли сердце первого тревожно сжималось. Тревога редко его оставляла, хотя он всегда знал, рядом Бог или далеко. Не то чтобы он ему не верил, но он всегда был начеку. Иногда, когда Бог отсутствовал, первый брался за обустройство мира. Он трудился с большим желанием и усердием. Он рушил и перестраивал, прятал и выставлял на показ. По его мнению, мир, сотворенный Богом, был не так интересен и практичен, как мог бы быть. Поэтому первый старался ему показать, как, приложив немного усилий, можно улучшить этот самый мир. Однако Богу редко нравились идеи первого. Чаще всего он гневался, и первый выжидал, пока Бог не успокоится. Несмотря на это, первый неустанно экспериментировал. Он был уверен, что Бог когда-нибудь его поймет и вознаградит. В отличие от Бога, который не очень хорошо его понимал, первый всегда понимал Бога, даже когда делал вид, что вообще ничего не понимает. Когда он говорил первому «иди туда», первый шел в указанном направлении. Когда он говорил «принеси мне что-нибудь», первый нес то, что велено. В такие моменты Бог не скупился на похвалу, а душа первого наполнялась несказанным блаженством. Он пользовался случаем и выпрашивал у Бога что-нибудь ценное – кусок хлеба или мяса, или что угодно еще, чем он решит поделиться. Бог тоже радовался, как воодушевленно принимались его дары. Первый же, почувствовав его радость, снова обращался к нему и просил еще, не ради себя, а лишь для того, чтобы радость Бога не прекращалась. Это повторялось, пока Богу не надоедало, и он журил первого за его непомерное обжорство. И первый снова оказывался непонятым. Однажды Бог что-то уронил в озеро. И первый, не дожидаясь даже его команды, бросился в воду, нашел это что-то, доплыл к берегу и, как и был мокрый, положил находку к ногам Бога. Бог похвалил его и снова бросил эту вещицу в озеро, не дав первому даже дух перевести. Первый снова бросился в воду, нашел это что-то и положил к ногам Бога, а Бог его похвалил. Только первый прилег, чтобы хорошенько отдохнуть и высохнуть на солнце, когда он в третий раз бросил нечто в озеро, и первому пришлось это искать. Это повторялось еще много раз. Первый подозревал, что для Бога это игра, а потому старался выглядеть счастливым и воодушевленным и играть по его правилам. Это и правда должно было быть игрой, потому что иначе первый должен был поверить, что Бог такой неуклюжий, что постоянно роняет нечто в озеро и не может удержать эту вещицу в руках даже секунду. Первый же никак не хотел в это верить. Однако, несмотря на это, он сильно устал и в конце концов просто лег на берегу, отказываясь искать что бы то ни было. Он был готов к его гневу, хотя это было и страшно. Как ни странно, в этот раз Бог не разгневался. Он лишь пожал плечами и сел рядом с первым, глядя в озерную даль. Однажды случилось самое страшное. Бог исчез и больше не появился. Сколько бы ни ждал первый, сколько бы ни оглядывался по сторонам и не вслушивался, он не возвращался. Со смутной надеждой первый просыпался от тревожных снов, но Бога так и не было. Первый был в отчаянии. У него пропал аппетит, а между невыносимыми приступами тоски он стал думать, что делать. Даже на миг он не допускал мысли, что Бог мог его оставить. Первый знал, что это невозможно. Вероятно, он потерялся и не мог найти дорогу назад.
или с ним случилось что-то плохое, настолько плохое, что первый даже не смел представить, что именно. Поэтому он решил, что его долг – отправиться на поиски Бога. Поначалу первый блуждал и шел, куда глаза глядят. Он ясно помнил все места, куда Бог часто его водил. Он обошел их одно за другим, но не было и следа. На него снова обрушилась тоска, но первый не оставлял надежды. Он все еще чувствовал присутствие Бога, хоть и далекое, и неопределенное. Первый следовал за этим чувством, стараясь не потерять его. Бог был где-то там, и он рано или поздно найдет его и спасет. Путь первого был долгим и изнурительным. Сам он изменился до неузнаваемости. Усталость засела в его теле и больше не отпускала. Еду он находил редко и с трудом. Ко всему прочему, оказалось, что мир намного больше, чем первый думал. Он простирался во все стороны, и не было у него конца и края. Куда бы первый ни пошел, мир все не заканчивался. Кроме того, он был полон опасностей, которые первый не всегда мог предвидеть. Сегодня, когда Бог исчез, первому пришлось справляться с ними самому. Иногда он не успевал, тогда просто убегал и прятался. Наконец, после тысяч препятствий, первый все же нашел Бога. Когда он появился перед ним, Бог очень удивился. «Роджер!» – воскликнул он. И первый понял, что Бог его не забыл, и говорит с ним. Первый тоже заговорил с ним, и в бурной радости, что он нашел его, засыпал его вопросами. «Где был? Почему пропал?» Бог не отвечал первому, но и не ругал его за слишком громкий голос, который раздражал его слух. Может быть, потому что голос первого изменился и уже не был таким громким. Бог терпеливо выслушал его, покормил и напоил, посадил рядом с собой. С того дня Бог и первый снова были неразлучны. Изменился не только голос первого. Весь он и был прежним, и не был. Его сон был не таким глубоким, как раньше. Его быстрее одолевала усталость. Теперь он предпочитал где-нибудь лежать и смотреть по сторонам. Конечно, прежде всего он следил за Богом. Бог продолжал все так же исчезать и появляться, когда захочет, но первый уже не так сильно боялся. Он знал, что Бог от него не убежит. Мир и правда был огромен, но не настолько, чтобы помешать первому его обойти и найти Бога. Первый не знал, что такое время, но чувствовал его. Время было в нем самом, и не стоило обращать на него внимания. Он чувствовал перемены, но понятия не имел, откуда они и к чему ведут. Его слабость становилась все более ощутимой, и чем больше первый уставал, тем более заботливым и ласковым становился Бог. В глазах первого он совсем не изменился. Он был все тем же Богом, единственным и вечным. В ночь, когда первый умирал, Бог сел рядом с ним и положил его голову на свои колени. Первый был очень рад, но был так слаб, что не мог показать Богу, как сильно он радовался. Конечно, первый не знал, что умирает, хотя чувствовал, что грядет большая перемена. Во время своего долгого пути в поисках Бога он не раз видел умерших животных и хорошо помнил ту силу, которая исходила от них. Первый останавливался возле каждого тела, склонялся над ним и рассуждал, как это возможно. Вот было оно живым, а теперь нет. Но ему надо было спешить дальше, так и не находя ответа. Первый умирал долго, целую ночь, до самого утра. Бог не отходил от него ни на шаг. Первый уходил все дальше и дальше, и хотя в этот раз он шел совсем один, ему не было страшно. Он знал, что Бог не может пойти с ним, и совсем не сердился. Бог сидел молча, все так же держа голову первого на коленях. Время от времени он говорил что-то первому, но он уже не мог его услышать. Он не видел слез Бога, когда они потекли по его щекам. А если бы увидел, то, конечно, здорово бы удивился. Первый не предполагал, что из глаз Бога может течь вода, причем соленая. Бог же мог делать множество вещей, которые удивляли первого. Утром Бог уже не был Богом, потому что и первого уже не было. Сколько бы он ни обнимал его и не зарывался лицом в его шерсть, первого уже не стало. Бог, который уже не был никаким Богом, чувствовал, как быстро остывает тело первого в его руках, и стал думать, где его похоронить.
С того момента прошло достаточно времени, и Богу, который уже давно не был Богом, постоянно не хватало первого. Ему было одиноко, и он нуждался в том, чтобы его любили так, как любил первый. Пустота внутри ничем не заполнялась, и в ней раздавалось эхо всякий раз, когда он случайно слышал собачий лай. А может, было и что-то другое. Может, ему просто нравилось быть чьим-то Богом, и, несмотря на тоску по первому, ему хотелось попробовать еще раз. Возможно, была и третья причина. Может, он действительно был таким одиноким и неуклюжим, что каждый раз, когда он ронял нечто в озеро, ему нужен был кто-то, кто бросился бы в воду и принес бы это ему. Какой бы ни была правда, Бог, который давно уже не был Богом, видел только один выход. Он еще немного поколебался, ведь он все еще тосковал по первому, и в конце концов решился. Так в его жизни появился второй.
Алик Попов. Фанатки-падки. Эпиграф. Засранцы, чертовы поэты! Идите мойте туалеты! Хиппадил. Каждый уважающий себя болгарский автор твердо уверен в том, что в один прекрасный день ему позвонят из Стокгольма или из Голливуда, ну или в крайнем случае из Парижа, чтобы известить о том, что его произведения прочитали некие важные люди, оценили их по достоинству, а самому ему предстоит получить кругленькую сумму. В ожидании мистериозного звонка, который моментально решит все его проблемы, проходит вся его жизнь, пока непроглядная тьма Балкан не поглотит его имя навсегда. Поэту Милану Теофанову улыбнулась удача. Ему позвонили спустя некоторое время после его юбилея 60-летия, скромно освещенного в прессе. Ну, звонок был не прямо уж из Стокгольма, но вот человек был важный. Бодилков говорил прямо, хриплым голосом обращаясь на «ты». Он представился как крупный сельскохозяйственный производитель севера Болгарии. Теофанов вытаращил глаза от удивления, что общего может быть у него с этим типом. А вот что. Бодилков утверждал, что является большим поклонником его творчества. Он не скупился на слова, говоря, что поэзия Теофанова спасла его в трудную минуту, много ему дала, обогатила, так сказать, не только духовно, но и иначе. Однако, как именно, так и не уточнил. «Ты большой молодец!» — все льстил ему. Величал его мастером слова, мощным источником энергии, и после этого перешел непосредственно к деловой части. Она оказалась весьма существенной. Аграрный магнат предложил издать собрание его сочинений и выкупить авторские права на 10 лет за немыслимую сумму в 10 тысяч евро. К тому же ему безвозмездно предоставят 100 копий книг. Теофанов вывалился на вокзал Русы в 5:30 вечера. Было начало декабря, быстро темнело, а с неба, как через дырявую крышу, падал мокрый снег. На перроне его ждал пузатый человек в полушубке с протокольным букетом в руках. «От господина Бодилкова», — сказал он и вручил ему цветы. Они сели в огромный, забрызганный грязью джип, вскоре выехали из города и завернули на узкое, пустое шоссе. Из печки дул горячий воздух, а мрак за окном был таким же густым, как и 1000 лет назад. Они ехали около часа, когда перед ними появились очертания пологого холма, усыпанного огоньками. На его склонах рядами стояли прямоугольные здания, похожие на казармы, а на вершине торчало странное сооружение в форме леденца. «Самая большая свиноферма на Балканах», — объявил мужчина. Бодилков, окруженный небольшой свитой, ждал их у входа в огромный белый дом с колоннами. Это был бритый налысо мужчина с разбойничьей бородой-испаньолкой. На плечах у него была ворсистая шуба, он вцепился в слабую ручонку Теофанова, потряс ее, как трясут свинью копилку, чтобы вытряхнуть монеты, и прижал его к своей широкой груди. «Эх, поэты, поэты!» — разнежился он, постучал его по спине. Затем он представил ему остальных. Бухгалтера, агротехника, ветеринара, актрису из Русинского театра, какого-то попа с мешками под глазами и двух голландских студентов, приехавших по программе развития сельского хозяйства. В этот момент из-за угла появился побитый грузоподъемник, который вез огромные кипы книг. Машина затряслась, испуская клубы выхлопных газов, и свалила все эти кипы им под ноги. Бодилков разорвал один из пакетов и вручил ему толстый томик. «Ну как?» Теофанов открыл книгу, прочитал свое имя, понюхал ее. «Настоящая!» Бодилков кивнул попу. Тот важно шагнул вперед, достал крест и крапилы из складок рясы, словно фокусник, и начал брызгать святой водой на весь тираж. «Деревня!» — вздохнул поэт, стуча зубами, но не смея прервать ритуал. Освящение продолжалось. Затем Бодилков повел их к корчму. Теофанов глотнул водки, чтобы согреться. Он весь день трясся в поезде и волновался, и, естественно, алкоголь ударил ему в голову. В камине потрескивали дрова, а столы ломились от яств, как любят писать газеты. Актриса читала его стихи, все аплодировали. Бодилков выступил с небольшой речью в духе их первого телефонного разговора и вручил ему свеженький чек от банка «Биохим» на 10 тысяч евро. Поэт несвязно поблагодарил его и стал искать бумажку со своей речью.
Два дня назад он приготовил ее и был уверен, что вышло очень даже хорошо. Конечно же, ни в одном из его 10 карманов бумажки не оказалось. Теофанов почувствовал, что вспотел. «Ну, будем здоровы!» — крикнул кто-то. Теофанову дали рюмку, он выпил залпом. Вот с этого момента он помнил только отрывки. Мясистое бедро актрисы в чулках в сетку. Ее Шеви звали, сокращенно от «Шевроле». Ну и псевдоним. Шеви сидела рядом с ним с вот такущим разрезом на юбке. Косметика размазана по лицу. Ей было около 40. У нее был бархатный голос, небольшой сипотцой. «А вы джентльмен», — говорила она. «Даже ни разу не ущипнули меня». Подходили двое голландцев выразить ему свое восхищение, постоянно повторяя «Методен! Методен! Майн методен!» — твердил Бодилков с улыбкой до ушей и чмокнул Теофанова в лоб. Затем пришли еще люди. Какая-то девушка забралась на стол, агротехник показывал ему фокус с бокалом, ходил в туалет, заблудился, каким-то образом оказался под ледяным сводом зимнего неба, стал карабкаться по холму, как вдруг услышал манящий голос актрисы. Он прислушался. Звук шел от ближайшего здания. Не сумев найти вход, он перепрыгнул через какую-то ограду и угодил в грязь. Проход был очень низким, ему пришлось проползти на четвереньках. В дальнем углу комнаты тускло светила синяя лампа. Стихи разливались в призрачном сумраке. Его стихи. «Стул смерти пуст, на нем восседает моя тень. Шеви! Шеви!» Прошептал он взволнованно. Он был в каком-то помещении вроде клетки. В углу виднелась громадная туша. «Смотрите-ка», — думал он, — «не случайно же тебя Шевроле зовут?» Его глаза постепенно привыкли к тусклому свету, и тут он заметил рыло. Оно тянулось вперед, словно ловило слова, витавшие в воздухе. Он в изумлении вскочил на ноги. Помещение состояло из сплошных клеток, между которыми проходила узкая дорожка. Голос доносился со стороны колонны, которая упиралась в потолок. Поросячьи туши имели нереальный голубоватый оттенок и казались нереалистичными. Они лежали на боку с полуоткрытыми глазами, слушая его стихи. Иногда их скрюченные хвостики подергивались, и Теофанову казалось, словно слова проникали им в самое сердце. Его окутало странное спокойствие на грани счастья. Он уселся в другом углу клетки, вытянул ноги и закрыл глаза. Проснулся он в эпицентре ужасной суматохи. Топот, крики, грохот ведер. Кто-то резко схватил его за плечо и выдернул его из темного хлева грез. «Где тебя носило, приятель? Мы тебя везде обыскались. Ну и знатно ж ты накидался». Теофанов сохранял гордое молчание. Его отвели в ванную, дали ему рабочую одежду с эмблемой фирмы. Он нахмурился, но выбирать было особо нечего. Бодилков ожидал его в своем кабинете. Казалось, он слегка нервничал. «Все в порядке?» Поэт неуверенно кивнул. Он хотел что-то у него спросить, но не успел сформулировать вопрос и в конце концов отказался от этой затеи. На письменном столе стояла фотография молодой девушки в элегантной униформе. Бодилков постучал по рамке. «Дочка». «Это она открыла мне глаза на поэзию. Между прочим, была большой вашей фанаткой», — он ухмыльнулся лукаво. «Еле вылечили. А теперь она стюардесса». Теофанов удивился, но снова ничего не сказал. «Странный народ эти меценаты». Поезд отправился в Софию полупустым, подбирая новых людей на остановках. Поэт дремал у окна. Воспоминания о Бодилкове отдалялось, и вместе с ним и сомнения, и неудобные вопросы. На полках над его головой лежали заботливо упакованные книги, а чек на 10 тысяч евро грел ему сердце. Вот это реальность, успокаивал он себя, а остальное — это сны и пьяные фантазии. В этот момент в купе вошел сухопарый мужчина с небольшой жиденькой бородкой в грязных берцах. Он сел у двери, уставился на поэта. Теофанов не замечал его, пока тот не заговорил. «Я смотрю, вы работаете на Бодилкова», — осмелился сказать мужчина. «А правду говорят, что он, ну, это, включал стихи поросятам, чтобы те быстрее жирели?» «Простите, что?» — удивился Теофанов. «Это специальные стихи, их писал какой-то болгарский поэт.
продолжал тот. Они вызывали особые вибрации у свиней, и от них у них желудочные железы выделяли больше сока. Я, честно сказать, не верю слухам, но как знать. Этот Бодилков был никем еще 5 лет назад, а сейчас... Говорят, дочка его тоже все стихи читала, пока не набрала 100 кило. Тогда он и решил, раз они на нее так подействовали, глядишь, и на мой скот подействует. Даже актрису нанял, чтобы им читала. Ты, может, знаешь имя этого поэта, а? Напрасно скользили дворники по заднему стеклу вчерашнего дня. Поезд резко замедлил ход, один пакет свалился с полки, упал на пол. А где-то там, в синеватом сумраке свинарника, продолжала разноситься его поэзия. Александр Секулов. Пушкин, Плюшкин и женщины из дыма. Каждую субботу в 11 часов Леопольд Пушкин и Матео Плюшкин встречаются в мыслях о Грейс Семич с ясным пониманием того, что мужчины боятся разлуки, а женщины – вечности. Вот уже 37 лет, 14 дней, 23 часа 56 минут и 4 секунды с момента знакомства с ней они следуют своему вожделению и ничего не намерены менять в оставшиеся счастливые мгновения своей жизни владельцев дома коллекции необходимых вещей. Они знают, что даже когда их кости будут тлеть на кладбище Бенедиктинского монастыря Святой Габриэлы, некие двое, носящие их имена, были окутанные пеленой света, потерянные в вечности до тех пор, пока их взор не остановится на ее пылающем маками платье. Ни черный от сажи парижский снег, ни зеленый дождь Балкан, ни золотые шепчущие пески Марокко, ни лиловые бури Ионического моря не нарушат это ясное мгновение, когда они окунутся в ее глаза и увидят в них себя. Это то самое мгновение невыносимой ясности и неясного куража дышать, мгновение, которое сопровождает их по жизни, будучи их кровом и примирением с любовью. Матео вел дневник с первых месяцев своей сумасшедшей любви к Грейс. В нем он писал исключительно безупречными заглавными буквами. Он рассказывал о себе в третьем лице, не подозревая, что в этой истории действительно есть третий. В истории всегда есть третий, и этот третий – летописец, любил говорить его друг Леопольд, не упоминая, что он и есть тот самый третий. «Летописцы не влюбляются», – отвечал Матео. «Влюбленный не свидетель. Он свидетель, но не самой любви, а лишь ее задатков». Как бы вскользь отвечал Леопольд, пытаясь увидеть свою страсть к Грейс в глазах собеседника. Еще в первый вечер, когда они втроем случайно познакомились, он обратил внимание на ее длинные, болезненно тонкие пальцы на ногах, острые, как скалистый берег Сиены, колени, и неожиданно потерял дар речи, в то время как Матео обволакивал мысли в слова, словно искусный карманник. В тот момент Леопольд и представить себе не мог, что на следующий день он купит первое издание «Завтрака у Тиффани» у букиниста на площади, соврет женщине на рецепции в гостинице, что нашел забытую вещь, дабы узнать, в каком номере живет Грейс, пробегая по старинным ступеням, постучит в дверь, увидит ее в просвечивающем, наскоро накинутом халате. Они поцелуются, не обронив ни слова, ни звука. И счастливые, объятые взаимной любовью, они скроются в простынях, пропитанных запахом недавно ушедшего Матео. «Если о чем-то можно рассказать, то об этом не напишут», писал его друг идеальными заглавными в своем дневнике, в то время как сам Леопольд очерчивал линии ее тела, пока в слезах не увидел океан. Ее смуглое тело было морем, непрестанно шептавшим имена любимых утопленников. В ежедневном ритуале забвения волны этого моря принимали, обнимали и уносили мужчин к
крушение стало их песней, которую они исполняли сосредоточенно и торжественно в нелепом ожидании спасения. Часто Матео и Леопольд находили на берегах ее тела обломки легкокрылых кораблей и тела легкомысленных гонцов. Бывало, бурей на берег выносила сундуки с незнакомыми вещами, часто с настоящими сокровищами. Порой темная вода успокаивалась, и можно было уж слышать шепот благодарных слез. Тогда Леопольд и Матео, разделенные расстоянием, временем и случайными мужчинами из ее жизни, становились на берегу и пытались прочесть иероглифы из соли на песке, зная, что это письма только для них двоих. Им не приходилось ее делить, потому что они ни разу не теряли ее в темноте грядущих дней. Инстинкт влюбленных летучих мышей помогал им прослеживать ее хаотичные, на первый взгляд, движения между семьей, карьерой, детьми, личными увлечениями, красивыми и случайными мужчинами, скандальными и необъяснимыми трагедиями. Они видели себя в роли незаметных суфлеров, готовых в последний момент подать спасительную реплику перед тем, как зал грянет свистом и криками. Часто, находясь на грани, Грейс ощущала их ободряющий взгляд, слышала шепот заклинаний, зная, что кто-то из двух мужчин, которых она благословила в то беззаботно легкое лето в Сиене, уже на пороге, либо поблизости, и вот-вот появится как живое доказательство ее существования. Они были счастливы, что могли влюбляться друг в друга на протяжении многих лет, а затем с удивительной легкостью забывать об этом. Как в тревожную осень 1973-го, когда Матео истекал кровью из-за взаимной, но бессмысленной любви с брокершей из Лондона и не мог ни посчитать от 1 до 10, ни вспомнить итальянские глаголы в страдательной форме. Зная о страсти Грейс к коллекционированию рассказов Н.Х., Леопольд через своего турецкого друга в Сотбисе, Эмре Беремоглу, как бы случайно столкнул Матео и Грейс в офисе компании, а после, с расстояния, проследил за их страстью, вновь вспыхнувшей на греческих островах, словно тропический цветок. В конце этого путешествия Матео снова отослал Грейс в ее безвременье. Подарил брокерше все дни, но без него. Написал письмо Леопольду с весьма обоснованным предложением, почему они должны создать дом коллекции столь необходимых вещей имени Пушкина и Плюшкина. Никто так и не понял, когда разговоры между ними сменились разговорами о ней. В море, разделяющем их острова, наступил вечный отлив, и теперь каждый день они могли дойти друг до друга по суше. Часто они скитались по берегу, изучая клинопись, оставленную ранее бушевавшими здесь волнами и понятную лишь птицам. Мужчины говорили о ней, но лишь в той мере, в которой они не позволяли прошлому оставить их. Море уже более не носило ее имени, но они были уверены в его незыблемости, и это делало их неуязвимыми. Когда ее лето в Сиене закончилось, Матео пришел к ней в отель, они занимались любовью, а затем он подарил ей дневник, который вел все 6 месяцев своей любви, защищенный от случайности и превратности судьбы. Написанное в нем было блестящим и острым, как нож, брошенный циркачом. Потребуются годы, чтобы услышать, как оглушительно идут секунды и мимолетно пролетают времена года, чтобы научить своего ребенка говорить «нет», чтобы забыть безвозвратно алфавит любви, чтобы пройти весь этот круг от банковского служащего через владельца дома коллекций до простого поэта-бездельника, чтобы понять Матео Плюшкина и то, что нож все еще летит с единственной целью – получить бурные аплодисменты зрителей. Он и не подозревал о существовании параллельной истории любви до тех пор,
пока через несколько дней после ее отъезда на солнечной, продуваемой ветрами террасе к нему не подошел и не расплакался убитый горем Леопольд. Это событие потрясло Матео до глубины души, как и тот факт, что Грейс подарила Леопольду его дневник, уверенная в том, что мужчины смогут быть друзьями до конца своих дней. Матео не позволил себе вдаваться в подробности, равно как и произносить ее имя. На самом деле имя ее больше никогда не произносилось вслух между двумя мужчинами, хотя их общая с ней история с годами продолжала развиваться. В долгих разговорах их вновь окрепшей дружбы она была тенью, которая делала воздух видимым, а свет благодатным. С терпением и заботой они научились избегать острых углов их отношений с Грейс. Даже когда они оба в одно и то же время узнали о ее истории с НХ и Энн Грой Хосенд, и о том, как она однажды холодным утром в Амстердаме в панике бежала от любви, Леопольд деликатно уступил Матео, позволив ему пересечь океан и успокоить Грейс со свойственной ему преданностью. В других случаях Матео намеренно вдавался в детали, сознательно делал ошибки, опуская слова и факты до тех пор, пока Леопольд не перехватывал инициативу и не вылавливал Грейс в ее одиночестве. Часто мужчины поддерживали друг друга, долго разговаривали по телефону, выслушивая внимательно друг друга. Вместе придумывали решения, реализовывали их, но при этом никогда не нарушали чувства об исключительности Грейс. Когда пришло время, они торжественно ввели ее в дом своей любви к ней. Она не вздрогнула от удивления, и мурашки не побежали по ее коже. Но в конечном итоге она подарила им чувство ясности, что они восприняли как комплимент. Ходили по светлым и просторным комнатам, касаясь предметов, прямых доказательств их общего путешествия, лениво поправляя белые покрывала на кроватях. Все это время, будучи то с одним, то с другим, она не знала, какие отношения между ними были. Да ей это было и не нужно. Приобретенная вечность в их глазах было единственным, что получала Грейс от мира мужчин, хотя она вообще к этому не стремилась. Они продолжали ее любить, но такой любовью, которая отдаляет. И если раньше она была властна над их прошлым, то вот ее будущее теперь было в их руках. Они принимали ее любовников в свою пиратскую команду ночью, пока она спала, и учили их читать ее мысли под веками. Сначала Матео кропотливо записывал имена ее мужчин и продолжительность отношений, но потом бросил это дело. Так мимолетны были эти отношения, и так много было мужчин, что подробности казались излишними даже ему самому. Леопольд вернул своему другу его же дневник после одного счастливого путешествия с Грейс по дельте реки Меконг и настойчиво просил с этого момента отмечать, когда он, Леопольд, был счастлив с ней. Взамен Матео пожелал, чтобы страницы, когда он был счастлив с Грейс, заполнял Леопольд. «Только без выдумок», — подытожил Матео. «Выдумки — подмастерье судьбы». «Именно подмастерья поджигают фабрики, чтобы стать свободными, но безработными», — пробормотал Леопольд, но, увидев сузившиеся глаза своего собеседника, тут же поднял руки в знак примирения. Про некоторых мужчин она охотно рассказывала сама. Про других они узнавали через общих знакомых. Остальных, о которых она упорно молчала, воссоздавали из ее молчания. По резким перепадам молчания они понимали, что Грейс вернулась к своему мужу, Массимо, и следующий год проведет в безуспешных попытках забыть саму себя. Когда она делала паузу в мутном потоке воспоминаний,
то становилось понятно, что она переживала краткое сексуальное откровение, и у нее уже готов план отступления. Больше всего времени понадобилось, чтобы понять того мужчину, после встречи с которым Грейс начала собирать коллекции историй на яблочной кожуре, глиняных горшках, горящей бумаге, серебре и пчелином воске. Так же, как они никогда не упоминали ее имя в своих разговорах друг с другом, так и она никогда не упоминала им имя НХ. Они и вовсе были не уверены, что она когда-либо произносила его имя даже перед самим НХ. Порой они находили ее совершенно убитую горем, как в тот раз в жалком лиссабонском отеле. Тогда первым до нее неподвижный, облокотившийся на подоконник и уставившийся на порт, добрался Леопольд, проехавший тысячи миль на лодке, самолете, поезде, лошади и разбитом трамвае. 3 месяца он был с ней, пока она вырывала остатки потускневшей любви с банальным концом ночного ухода. Когда она оправилась и встала на ноги, Леопольд прочитал в ее глазах, что отныне конец любви больше никогда так трагично не сможет сразить ее. Прочитал он и то, что отныне она сама будет знаком конца любви. Годы спустя он понял, что Грейс разыскала карманника любви в маленькой таверне на пристани Танжера. Она открыла дверь, пересекла тесную комнатку, разрезанную послеобеденными тенями от пальм, и заказала весь алкоголь, который был в баре. Грейс попросила присутствующих работников оставить ее наедине с владельцем. Наутро в глазах своего бывшего любовника она увидела весь ужас жизни без воспоминаний и положила конец этой любовной истории, как и последние рюмки текилы. На протяжении многих лет переписка между мужчинами, как и знаки внимания, как и мысли друг о друге, которые освещали их жизни, были сдержанными. Они разыскивали странные рисунки и фотографии, ставили дату и писали причины их пребывания в данном месте, а потом рассказывали о людях, их судьбах, и намекали на их скрытые страсти. Подписывали конверты своими и чужими именами. Отправленные письма чаще всего ждали их уже дома, когда они возвращались, чтобы вновь отправиться в путь. Порой письма находили их в самых невероятных уголках по всему миру, даже там, где не было регулярного почтового сообщения. Леопольд помнил, как однажды ночевал в маленькой хижине на берегу реки Сава, и случайно обнаружил на камине терпеливо ждавший его грубый конверт с письмом, адресованным самому себе. Были и периоды, когда один из них напрочь отказывался читать написанное ему и возвращал конверт невскрытым. Иногда они писали на обрывке буклета или же бумаги, подобранной на улице, на уголках ресторанного меню, порой использовали поля географических карт, которые им были больше не нужны или уже были выучены наизусть. В письме, в котором Матео предлагал Леопольду создать дом коллекции, он подчеркивал, что это единственный способ сохранить и воспоминания, и связь со временем. Комоды, чердаки, потайные шкафчики в библиотеках, винодельни, маслобойни, высокие полки антикварного магазина, маленькие ювелирные лавки и мастерские художников – все эти места скрывают почти незаметные, маленькие, заброшенные вещи, которые нужны даже тем, кто не влюблен. В конверт Матео положил завернутую в бумагу, блестящую под сенью яблони серебряную ложечку и уверял, что этой ложечкой можно вновь ощутить вкус первого поцелуя с любимым человеком. «Представьте, сколько еще вещей мы сможем найти, если будем работать вместе», — продолжал Матео. «Мир лишь дает повод воображению, а вещи становятся видимыми только тогда, когда на них смотрят двое одновременно». «У тебя есть Грейс?» — справедливо заметил Леопольд.
«У тебя тоже», — настаивал Матео. «Женщина делает мир видимым для мужчины, в то время как мужчина делается невидимым для мира. Женщина учит тебя видеть, а мужчина — делать». «Хорошо», — смиренно согласился Леопольд, «но мы будем собирать столько красивые вещи». «Конечно, только совершенно необходимые вещи», — подтвердил Матео. И вот они поехали собирать разбросанные по миру книги, вещи, рисунки, карты и амулеты, представляющие собой незаметные знаки препинания в хороших историях, которые, как ни странно, никто не примечает. Они оба знали, что пропущенный знак препинания меняет интонацию, а порой история удивляет как раз благодаря паузе или поставленной в неожиданном, но правильном месте точке. Им было трудно вспомнить, как они жили раньше, потому что вспоминать им было нечего. Управляли делами дома коллекции на расстоянии и ни разу не встретились с собственными сотрудниками. Будучи постоянно в разъездах, они пропустили открытие филиалов в Марракеше, Праге и Сиднее. Они едва ли точно знали, каково их финансовое положение, потому что ни на что не тратили деньги, кроме как на авиабилеты, билеты на паромы, корабли, поезда, на гидов и караваны верблюдов, лошадей, пони и каноэ, чтобы добраться в труднодосягаемые уголки мира. Они крайне редко путешествовали вместе. Когда узнавали о появлении какого-либо интересного и необходимого предмета в Сингапуре или на распродаже в Буэнос-Айресе, они каким-то образом интуитивно принимали решение о том, кто отправится искать и приобретать его. Бывало и так, что они пересекали континент с разных сторон в поисках одной и той же вещи, но понимали это только после сравнения заметок, рисунков и карт. Большинство найденных предметов были тщательно упакованы и с соответствующими объяснениями отправлены в офис Вальпараисо, откуда они рассылали их на продажу в разные точки мира. Они никак не могли избавиться от слуха, да и им, по-видимому, и не нужно было, что у них есть небольшая, совершенно секретная коллекция самых необходимых вещей, которые они хранили исключительно для себя и которая не продавалась. Однако правда была совершенно иной и неприемлемой для посторонних, как и любая другая правда. Несколько лет назад, когда Матео получил свой дневник обратно, он положил его в одну из двух больших темно-зеленых картонных коробок с тисненными бронзовыми листьями винограда сверху. Другую коробку дал Леопольду. С годами, скорее из-за лени, нежели специально, они стали складывать в эти коробки письма Грейс друг другу, рисунки и наброски, которые, как им казалось, они истолковали неправильно или вовсе не просмотрели, когда получили. Мелкие вещи, имеющие значение только для них, которые они клали в карманы, крутили между пальцев, пока серебро, дерево или любой другой материал, из которого эти вещи были сделаны, не стирались полностью. В коробках лежали также цветные кусочки бумаги, на которых были записаны события, истории, пропущенные строки, незнакомые слова, объясняющие невидимое. Долго от Грейс ничего не было слышно. Настолько долго, что достаточно для того, чтобы понять, что в ее жизни произошли перемены, и, возможно, сама она изменилась. Не знали они, находится ли она в доме своего сына в Британии или снова пошла по следам человека, которого она научила праздновать разлуку как единственно возможное спасение любви Н.Х. Возможно, она только что переступила порог своего дома. Все стороны света растворились в ее глазах, и теперь она упорно пытается забыть свое имя. В поисках ее двое мужчин осторожно проверили все варианты, маршруты и направления.
Они использовали всю свою невидимую сеть информаторов и знакомых, не теряя при этом ни на мгновение хладнокровия и спокойствия, а тем более не предаваясь легкой панике. Только сегодня утром, когда в порту зазвонил колокол, хотя никто его не раскачивал, Матео Плюшкин и Леопольд Пушкин поняли, что тайна ее исчезновения, ее растворение в воздухе, превращение в женщину из дыма, сокрыто в двух темно-зеленых коробках с бронзовыми листьями винограда на крышках. Теперь им нужно набраться смелости, чтобы открыть коробки. Пройти весь этот путь назад, побывать в местах, где они оставили следы, или в местах, которые оставили следы на них. Они должны испытать вновь эту взаимную любовь, чтобы, как тогда, оказаться совершенно чужими, стоя под утренним солнцем на площади Сиены. Они должны пересечь площадь с разных сторон и верить всем сердцем, что она вновь взойдет в своем платье с пылающими маками. Должны любой ценой понять, было ли у них предчувствие встречи с ней, когда они спешили на площадь. Любой ценой нужно было понять, было ли оно у них. Нужно понять, почему они спешили и спешили ли вообще. Нужно подготовиться к тому, что ее не будет. Не будет платья, не будет пылающих маков. Они должны подготовиться к своему собственному присутствию на этой площади. Они смотрят друг на друга в таверне рядом с портом Вальпараисо, а между ними стоят две темно-зеленые коробки. Крышки с гравированными бронзовыми листьями винограда плотно закрыты. Ровно 11 часов. Позже 11 никогда не может быть. Не может и не будет. Всегда будет 11 до обеда. Здравка, Евтимова. Я буду ждать тебя после ночного поезда. Она проходила путь до вокзала 1000 раз. Кое-где брусчатка откололась, кое-где росла трава. Кроткая трава, которая вряд ли доживет до весны. Когда-то тут росли старые огромные тополя, в ветвях которых вили свои громоздкие гнезда вороны. Летом река почти высыхала, а вода в маленьких лужах казалась желтой от солнца. Лягушки и вороны глотали сухой воздух. Таня любила лето и могучие тополя. И проболела целый месяц, когда их срубили. «Я отведу тебя в другой лес», — сказал ей Михаил, который всегда исполнял свои обещания. «Держи», — сказал он через несколько недель. На обычном листе бумаги он набросал цветными карандашами старые деревья и белую высохшую реку между ними. Вороны на его рисунке были синими, и все было залито дождем. В нижнем углу почти невидимые, синие, как вороны, буквы говорили: «Я дарю тебе этот дождь». Михаил уехал на работу в Италию, затем в Голландию. А Таня осталась продавать серебряные украшения в магазинчике по пути к вокзалу. Чуть позже хозяин сменил бизнес, но Таня осталась в том же магазине. Теперь она продавала ткани, одеяла, нитки и ночные рубашки. Михаил давно не звонил. Но когда он на короткое время вернулся из Голландии, то долго молчал и смотрел на нее среди аккуратно разложенных упаковок. «Я приеду ночным поездом», — однажды сказал он. «Приеду поездом пьяницы и останусь навсегда. Жди меня на вокзале. Я не отойду от тебя ни на шаг. Будем вместе ходить на работу и вместе возвращаться. А там, где мы будем работать, будут расти тополя. И будет идти дождь». Потом Михаил снова уехал. Перестал звонить по вечерам, в час, когда приходит поезд пьяница.
Таня смотрела на пустую дорогу, на пыльные поезда, которые несли в город осень. Думала о магазине одеял и его владельце, крупном молчаливом человеке, который однажды ей сказал: «Если хочешь, можешь переехать ко мне. Ты чужого не возьмешь, ты тихая, трудолюбивая, и я трудолюбивый. Переезжай через неделю». Таня хранила рисунок цветными карандашами с белой высохшей рекой и синими буквами, которые дарили ей дождь. Она ждала ночной поезд «Пьяницу» и его неспешные вагоны из Софиевых городок. Сейчас в городе не было ни ворон, ни тополей, река высохла, а с ней сердца лягушек. Она надеялась, что пойдет дождь. «Я на тебя не давлю», — повторил владелец магазина одеял. «Ты нерешительна». «Ну и ладно, моей решительности хватит на нас двоих, если понадобится». Он и не догадывался, что Таня не может забыть тополя могучие ночи. Она помнила зеленые дорожки на простом рисунке Михаила. Облака вылились на землю до последней капли, но она все еще чувствовала белый дождь. «Я говорил с твоей матерью, она не против», — объяснил владелец магазина. «Можем и пожениться. Тебе не придется считать копейки, как раньше, не придется покупать одежду в секонд-хенде и больше не придется ездить на этом старом велосипеде. Я куплю тебе маленький Форд, старенький, но крепкий и экономичный». Владелец магазина был человеком надежным. Но Таня не решалась отдать ему свой старый велосипед. Михаил не звонил. Она ее и старенький велосипед искали улицы с цветами на подоконниках, искали старые деревья. В конце августа Таня получила открытку. Венеция, дворцы и синие буквы говорили: «Я приеду 24 июля». С того дня покупатели в магазине тканей стали такими красивыми, что Таня не верила своим глазам. «Рад, что ты наконец повеселела», – заметил владелец магазина. «Не думал, что ты так обрадуешься из-за зарплаты на 10 левов больше». Осталось еще 1000 вагонов и 100 лет до поезда 24 июля. Дни, подавленные жарой, едва тянулись, но они были счастливыми. До 24 июля счастливым казалось все. Наконец, 100 лет минули. Поезд «Пьяница» прибывал в 15 минут первого ночи. Таня была на месте за час до полуночи. Откуда знать? Может случиться какая-нибудь поломка? Или машинист может сделать что-то не так, и поезд прибудет раньше? Часы на станции не работали, и вместо этого секунды отсчитывали сверчки. Минула полночь, 10 минут после полуночи, 25 минут, 50 минут, и, наконец, рельсы загудели. Как буря, как гром среди ясного неба загрохотал поезд-пьяница. Обходчик выглянул из своей будки и зажег фонарь. Поезд остановился. Было только 2 вагона. Из первого вышел мужчина, который пил прямо из бутылки. Из второго вышла пара с горой багажа. Таня огляделась. Никто больше из чудо-поезда не вышел. Обходчик снова зажег фонарь. Поезд запыхтел. У Тани перехватило дыхание. Поезд тронулся. Сначала медленно, тяжело и устало. Затем набрал скорость и въехал в потускневшее поле. Михаила нигде не было. Может, сегодня не 24 июля? Может, 23? Или даже 22? Таня вынула из сумки календарик, на котором отмечала каждый прошедший день. Долго смотрела на него. Михаил так и не появился. Тот, кто подарил ей дождь, дал синие и красные тополя. Скоро лето закончится. Сколько времени прошло с тех дворцов в Венеции? Много. Может, Михаил забыл? С фактами не поспоришь, ничего не поделаешь. Нет тополей, их срубили, нет белых ворон. Нужно как-то найти утешение. Как тепло и тихо вокруг, какая ночь 24 июля. Не похоже на 24-е, нет ветра. И завтра она снова будет ездить по городу на своем велосипеде. Поедет, куда глаза глядят, увидит самую светлую улицу. По ней поедет. С фактами не поспоришь, ты кроткая и трудолюбивая. И я кроткий и трудолюбивый. Но синие буквы говорили о другом. Синие буквы помнили о поезде пьяницы. Михаил так и не появился. Поле было желтое и выжженное, но все равно красивое. Оно прождало Михаила 1000 вагонов времени. Во всем городе не было ни одного тополя. Таня так и осталась в городе
за прилавком с одеялами. По крыше станции забарабанили капли дождя. Сначала медленно, а затем так сильно и громко, как будто по металлическим пластинам прошлась целая конница, ударила молния. Таня ее не видела. Она видела только светлую улицу, свою чистую улицу с цветами на подоконниках. Ты кроткая и трудолюбивая. Нет, нет, не надо об этом. Лето продолжается. Вот что нужно сказать себе. Пора. Она должна идти. Таня зашлепала в дождь под вычерпанными облаками. Завтра река будет большой и белой. Завтра взойдет зеленая трава. Эй! К вокзалу сквозь дождь тихо подъехало старое такси. Таня его не заметила, споткнулась, чуть не упала в лужу. К ней мчался худой, как молния, человек, без зонта. Он был, как будто сам ливень, кричал ей во весь голос. «Дождь! Дождь! Вот он!» В мире был лишь один человек, который мог придумать такое. Иванка Могилска. Никем не замеченная. Смерть была неряшливой дамочкой с маленькими ножками. Раскидала посреди моста свои вещи, взяла, что нужно, и ушла. Невена и Искрен заметили ее голубую сандалию, валявшуюся на шоссе. Потом ее белая рубашка уныло помахала им заляпанным рукавом. Чуть дальше лежал перевернутый чемодан, из которого торчала пара коротких штанов. И последний, они увидели ее машину, сдвинутую как можно ближе к обочине, со сплющенным бампером, разбитыми стеклами и темными пятнами повсюду. Когда они поднялись на мост Васко-да-Гама, перекинутый через реку Тежу, было еще светло, и они были уверены, что доберутся до Лиссабона к вечеру. Невене это казалось романтичным. Они еще не знали, что смерть стоит на середине моста и выбирает машину, на которой уже сегодня вечером поедет в город. Тежа не совсем обычная река. Она напоминает море, которое не хочет признаваться в том, что уже выросло. Они оба считали лодки, рассматривая все кругом. Искрен с осторожностью, потому что был за рулем, а Невена восторженно и удивленно. Одна, две, три лодки такие маленькие, что невольно закрадывались мысли о том, появились ли они недавно или находятся там уже вечность, как пятна на праздничной одежде. Позже Невена пыталась вспомнить их цвета, но они все представали в черном цвете. Каждый из них был лодочник, безучастно опиравшийся на весло. Внезапно, с приходом сумрака, их очертания размылись, они побледнели, будто кто-то хотел избавить одеяние Тежу от человеческих следов. Пока Искрен проверял, включил ли он фары, Невена предвкушала, как она будет нежиться в прохладной постели гостиницы и уснет на его плече. Время от времени она с трепетом поглядывала на стальные тросы, которые удерживали мост Васко-да-Гама. Смерть все еще стояла посреди моста, раздумывая последние секунды. Совсем скоро мрак укутает реку в своих объятиях. Медлить больше нельзя. И она сделала выбор. Фонари вспыхнули. Невена начала рассказывать Искрену, что мост на самом деле – это ожерелье светлячков на шее водного чудовища. Она не заметила, что машин становится все больше, и движутся они все медленнее. Только она собралась обидеться, что он ее не слушает, как они остановились. В лобовое стекло по направлению движения виднелись только ряды машин, а в боковых была абсолютная пустота. Только двинулись и вновь остановились. Ждали. Водители выходили из машин, всматривались вдаль. Спрашивали друг друга, что стряслось, пожимали плечами и вновь садились за руль. Более нетерпеливые безуспешно пытались проскользнуть между остановившимися машинами. Все замерло. В считанные секунды смерть получила, что хотела. Теперь она сидела на перилах моста, свесив над водой ноги, и ждала полицейских. Они должны были убрать уже ненужные вещи и отвезти ее в город. Смерть знала, что они торопятся как могут, но не была высокого мнения о человеческих возможностях и запаслась терпением. Даже молва о ее появлении еще не дошла до места, где стояли Невена и Искрен. А это было не так уж и далеко. Оба сидели в машине. Тежу исчезла. На ее месте осталась только черная бездна, которая обхватывала их обеими руками и, казалось, не собиралась отпускать. Искрен барабанил пальцами по рулю, готовый в любой момент нагнать упущенное время. Невена насупилась.
Ворчала, что надо было выехать пораньше и не задерживаться в пути, чтобы приехать вовремя и прогуляться по городу, а не терять напрасно свой первый вечер на каком-то мосту, пусть и самом длинном в Европе. Незадолго до их ссоры приехали полицейские и начали наводить порядок, а в машину скорой забралась смерть и под звуки сирены тронулась в путь. Пока они припирались о чем-то другом, уже не об упущенном вечере в Лиссабоне, полицейские уже сдвинули в сторону разбитую машину, чтобы освободить дорогу. Колонны машин тронулись. Искрен сосредоточился на дороге, а Невена сердито уставилась в окно. Машины ползли со скоростью 2 уличных фонарей в минуту, но все же двигались. Смерть уже въезжала на скорой в город, когда они только проезжали мимо сумятицы, что она натворила на мосту. Натянутая тишина в машине сменилась тишиной, наполненной смесью изумления, страха и облегчения от того, что не выехали пораньше, что задержались в дороге. Вскоре Лиссабон, раскинувшийся на холмах, ленивый и надменный, появился перед ними. Невене почудилось, что на прощание, перед тем, как бросить ее навстречу тысячам огней, мрак ударил ее в солнечное сплетение. Пока она пыталась прийти в себя, она молила, чтобы Тежу оказалась не рекой, так и не ставшей морем, а рекой забвения, и чтобы воспоминание о зыбких сумерках отогнало мысль о том, что по улицам города, куда они так торопились приехать, никем не замеченная, разгуливает смерть. Иордан Димитров Радичков. Спектр чувств. «Мама! Мама!» В гостиную вбежала Моника. Та самая, которая спустя 50 лет стояла в центре города, спрашивая у меня сигарету и рассказывая всю эту историю, которую она запомнила и которую взялась переписать. Мама Моники, Анна Илья Лазарова, само внимание сидела, просматривала курсовые работы своих студентов, прислушиваясь к радио. Вдохновение, которое воплощается в Иване Колеве и Мариане Евтимовне, напоминаем слушателям, что их наградили званием Героя социалистического труда. Если каждый кооператив возьмет пример с этих смелых болгар и поверит в дружбу с Советским Союзом так, как поверили эти мужчины, то мы повысим недельную норму производительности в несколько раз. Моника подошла к радио и стала крутить большую кнопку, переключая станции. Шум, разговоры и музыка перемещались, когда вдруг прозвучал высокий звук, режущий слух. «Моника!» Анелия Лазарова вскочила, со скоростью света подлетела к дочери и дала ей пощечину. После этого она педантично стала искать предыдущую станцию. Нашла. Диктор продолжал читать новости о последних достижениях кооперативов. Анелия вернулась на место, будто ничего и не случилось. Моника по-прежнему сидела на полу, держась за щеку. Даже не взвизгнула. Знала же, что раз мама ее ударила, у нее есть на то серьезная причина. Этим все и закончилось. Одна пощечину сразу закрывала ей рот. Этого достаточно, чтобы вспомнить, что радио трогать нельзя. Вообще никогда. Его могут трогать только взрослые, мама и папа. Но где папа сейчас? Моника задалась этим вопросом и пыталась понять. Она так и сидела на ковре. Ее щека горела от удара. Склонившись над столом, ее мама перелистывала страницу за страницей, страницу за страницей. Перед глазами Моники появлялись бесконечные химические формулы, которые не выходили из головы ее матери. Неужели мама и меня видит как одну из этих формул? Может быть, она даже не знает, какого цвета у меня платье? Видит только формулу. Если она и весь мир так видит? Анелия Лазарова продолжала время от времени прислушиваться к радио. Моника хотела что-то сказать, но мать ее опередила. «Он в Монголии». «Ты знаешь, что монголы пишут на кириллице?» — говорила она все так же сосредоточенно, глядя в свои бумаги и не оборачиваясь к девочке. «На кириллице?» — вытерла слезы Моника и устроилась на полу рядом с мамой, готовая слушать. «На кириллице. Это наш алфавит, а у монголов узкие глаза. Ведь ты же видела картинки в учебнике? Эти люди живут очень далеко от нас, милая. И сейчас твой папа там». «Но почему он там?» «По работе». «Но какая у него там работа?» Анелия Лазарова запрокинула голову, закрыла глаза и вздохнула. Потом посмотрела на дочь, сняла свои большие круглые очки и оставила их на столе. Она позвала Монику сесть к ней на диван. А когда дочка пересела, начала гладить ее по голове. Она смотрела куда-то мимо нее, уставившись на обои. Осенние листья были рассыпаны по всем стенам квартиры.
коричневый, желтый, красный. От них казалось, что обои облетали и оголялись, чтобы расцвести весной вновь. Глупо, не правда ли? Обои не цветут. Они приклеены коричневым клеем здесь, на стене, навсегда. Остаются независимо от нас. Остаются независимо от политической ситуации и цензуры. Они всегда будут здесь. И будут здесь, даже когда тебя и меня уже не станет, милая. Ты это понимаешь? Всех нас в один день не станет. И все эти курсовые работы будут иметь значение. И от моего преподавания в университете не останется и следа. Может быть, я останусь на фотографии в каком-нибудь архивном альбоме, где обо мне будет написано две строчки. Профессор химии. И это все. Это я. А отец твой, он... У твоего отца есть очень важное дело в Монголии. Его специально вызвали прямо из Болгарии, чтобы он прилетел и осмотрел место преступления. А что за преступление произошло в Монголии? Замешанное на крови, милая. Иначе бы твоего отца не вызвали. И там кто-то умер? Вполне вероятно. Наверняка от кириллицы, подытожила Моника. Ее глаза округлились. А что? А это значит, что и мы умрем от кириллицы? Так ведь? И отец приедет и возьмет у нас кровь? Твой отец не берет кровь. Он ее анализирует. Проводит спектральный анализ, чтобы определить, когда кровь была пролита. Ты понимаешь? Понимаю. Значит, монголы плохие, раз совершают преступления. Плохие. Они что ли, плохие, какой-то народ, живущий так далеко от нашей гостиной, милая, так далеко от этого столика. И отец твой летает туда-сюда, как сумасшедший. Летает с человеком, который сейчас правит этой страной. Плохой ли он? И что это вообще значит? Что значит плохой? Кажется мне, что не найдется химической формулы, которая может ответить на этот вопрос. Я думаю, что мы сами плохие. Ведь сидим и терпим. Терпим, терпим, пока на нас начнут валиться беды. А Монголия, милая, они там как-нибудь разберутся. У них есть своя кириллица. У нас наша. Но мы словно забыли, как ей пользоваться. Иногда я чувствую страх, когда смотрю на тебя, в глаза ребенка, и спрашиваю себя, что с тобой будет, как сложится твоя жизнь? Будешь ты химиком, как я, или физиком, как твой отец? Будем ли мы жить здесь, в этой стране, как и сейчас? Останешься ли ты здесь, или выйдешь замуж за какого-нибудь красивого черного капитана корабля, который везет тебя далеко, на остров, где даже не слышали о кириллице? И ничего не добьешься, и пропадешь? И жизнь тебя пожует, пожует и выбросит. Не знаю. Сама того не ожидая, вслух проговорила Анелия Лазарова. Что не знаешь, мамочка? Повернулась к ней Моника. Не знаю, какие оценки поставить студентам. На этот раз они вовсе ничего не сделали. Вздохнула Анелия, пытаясь улыбнуться. Это сразу же рассмешило маленькую Монику, которая могла услышать ни слова из мыслей своей матери. Она не догадывалась, о чем думала ее мать ни тогда, ни сейчас, 50 лет спустя, когда мы с ней встретились. Они обнялись. Анелия с трепетом поглядела на радио. Прозвучало чрезвычайное сообщение, что правительственный самолет с председателем Государственного совета Народной Республики Болгария на борту приземлился 10 минут назад. «Слава Богу!» – подумала Анелия и представила лицо своего мужа Николы Лазарова, улыбающейся, чуть усталой, но счастливой от того, что вновь вступил на землю. «Говоришь, спектральный анализ?» – спросил я у Моники, взглянул на ее указательный палец, пожелтевший от сигарет. «Да-да, для Комитета госбезопасности. Папа был криминалистом от Бога. Он мог вычислить, когда была пролита кровь, используя один только свет. Тогда еще не было ДНК-экспертизы и тому подобного. А твоя мама?» «Она умерла. После этого я осталась с папой. Я научилась слушать радио и ждать новостей о самолетах. Он всегда летал с Живковым. Не знаю почему, но всегда с ним. Один раз в самолете Живкова не было на месте, и папе пришлось лететь на пассажирском, который так и не сел. Может, все еще летит там, где-то высоко, да? Я об этом не думала. Может, и летит, и где-то там высоко, и пытается добраться до Монголии. А ты знаешь, что в Монголии пишут на кириллице?»